На весенних соревнованиях спортивной лиги «Трансмашхолдинга» команда Тверского вагоностроительного завода заняла второе место по плаванию. При этом отставание от лидеров было минимальным. Осенью пловцы ТВЗ готовятся взять реванш. На этой неделе при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России в рамках традиционной спартакиады завода прошли соревнования по плаванию. Показаны высокие результаты, открыты новые имена. Есть результаты и такие 29 секунд, 50 метров, очень плохие, 30 и 33, то есть такие достаточно высокий уровень. Добавим, это результаты заплывов на дистанции 50 метров вольным стилем. Водный этап спартакиады проводился в бассейне Дома спорта «Юность» на Горбатке и собрал около 50 участников из 11 цехов и подразделений вагонзавода. Атмосфера замечательная, бассейн вообще здорово после реставрации, после ремонта. Вода понравилась, и, в общем-то, достаточно организованно все было, все удачно. Но результаты каждый по силам, наверное. Татьяна – одна из постоянных участников сборной команды ТВЗ по плаванию, в том числе на соревнованиях спортивной лиги «Трансмашхолдинга». В рамках спартакиады она заняла первое место среди женщин по своей возрастной группе. В сборную команду входит и контрольный мастер тележечного цеха Алексей Садков. С начала 90-х годов он регулярно участвует в заводской спартакиаде и ведет здоровый образ жизни. Я думаю, обязательно надо вести здоровый образ жизни, потому что, если перестаешь шевелиться, то и здоровье становится хуже, и вообще себя ощущаешь по-другому совсем. И потом уже как-то это в привычку вошло, уже если там что-то 3 дня не делал, уже хочется куда-то пойти, побегать, поплавать. Одним из открытий соревнований стала специалист управления по развитию производственной системы ТВЗ Дарья Стаценко. 50 метров вольным стилем она проплыла за 31,4 секунды. По словам Ольги Джарджевич, если бы весной Дарья выступала за команду на соревнованиях спортивной лиги, то тверские вагоностроители оказались бы вне конкуренции. После заплывов победительница среди женщин от 30 до 45 лет получила приглашение в сборную ТВЗ. Да, я приму предложение, мне очень приятно. И я очень рада, что я все-таки остаюсь на хорошем уровне, что меня даже спустя столько лет приглашают для дальнейших занятий, тем более представлений нашего завода на таких соревнованиях. Победителями на водных дорожках в своих возрастных группах также стали Виктор Пешехонов, РКЦ, Денис Беглов, ТЦ, Игорь Усанов, РКЦ и Владимир Кузьмин, ЦКБ ТМ. В командном зачете в тройку призеров вошли пловцы дирекции, тележечного и рамно-кузовного цехов. Но по большому счету успеха добились все участники спартакиады. Ведь спорт и плавание – это не только победа и результаты, а также здоровье, заряд энергии и оптимизма.